Теперь следующий клинический случай, тоже бигль, Василий, ему 5 лет, он кастрированный кобель. Владельцы обратились с жалобами, что в течение 3 недель у него наблюдается дисфагия, так, сейчас извините, дисфагия, частые давящие позывы, затрудненный удлиненный вдох. Аппетит у него сохранен при этом. Такой у нас с вами снимок, он один. Я вам немножечко напомню о том, как правильно снимать пациентов для оценки шеи. Здесь есть несколько ошибок, к сожалению. Вот. Но это не мешает нам нашей оценке, но тем не менее, когда мы исследуем область шеи, наша задача с вами пациента максимально ровно и правильно уложить. Так как в области шеи много мягких тканей, соответственно, они будут накладываться, и вообще провести какую-нибудь точную оценку в этом месте сложно. Поэтому наша задача максимально улучшить снимок. Как это сделать? То есть мы укладываем пациента, ну, соответственно, на бок, и передние конечности нужно вытягивать назад для того, чтобы убирать вот эти вот складки, потому что они нам, ну, понятно, они нам мешают. И голову пациента мы должны четко уложить, четко параллельно столу. То есть мы можем, если когда мы положили пациента на бок, мы можем посмотреть ему прямо в морду, скажем так, да, то есть в глаза ему, и мысленно провести перпендикуляр к столу через уголки глаз. И если мы также голову пациента, да, в сагитальной плоскости разделим, то эта плоскость у нас тоже должна быть параллельна столу. То есть нос у нас должен лежать параллельно столу, и перпендикуляр, который мы проводим через уголки глаз, тоже должен быть перпендикулярным столу. То есть нам голову пациента надо несколько развернуть. И когда мы с вами получаем снимок, мы должны увидеть, то есть если он получился хороший, ровный, мы должны видеть, как ветки нижней челюсти, ветви накладываются друг на друга и находятся в суперпозиции. Чем сильнее они разрознены, тем кривее наш снимок. И непосредственно область шеи, да, это то, что нас с вами интересует. Мы тоже можем еще как бы дополнительно, да, проводить оценку по подъязычной кости. У нас эта кость парная, за исключением одной косточки базихиоид, который соединяет да, косточки вот эти вот, несколько штук, они парные, которые идут параллельно друг другу, скажем так. Они тоже должны стремиться находиться в суперпозиции. Соответственно, если они в суперпозиции, у нас с вами идеально ровный снимок. Чем сильнее они расходятся, тем он более кривой. Вот. Здесь в целом у нас для интересующей нас области снимок удовлетворительный. Вот. Но надо стремиться, конечно, к более качественному изображению, потому что, опять же, эта область у нас сложна для оценки. Мы, соответственно, все равно, да, с вами осматриваем и мягкие ткани, и костный аппарат, и суставы, соответственно, те части, которые нам попадаются на снимке. Здесь, в общем-то, каких-то значимых изменений у пациента нет. Он молодой и хорошо выглядит, скажем так. Когда мы, да, проводим оценку, мы обязательно учитываем породу. Мы, да, это бигль, это у нас мезоцефалическая порода, а, соответственно, у него будут выглядеть и мягкие ткани. Да, у нас с вами пациент в первую очередь, да, это не брахиоцефал. Соответственно, и не должно быть, да, мы видим, что у него нормально, ну, как нормальное, да, то есть такое более длинное строение черепа.
Соответственно, какого-то излишка мягких тканей мы видеть не должны у этого пациента. Как правило, здесь все-таки пациент несколько ротирован, поэтому нам сложно увидеть надгортанник. Как правило, если пациент хорошо уложен, то он, в общем-то, виден. Но, возможно, это вот эта вот как раз часть. Та часть, которая будет касаться мягкого неба. Соответственно, вот оно, наше мягкое небо с вами. Вот эта вот часть. Если бы это был бульдог, ну, как бы это было бы, в общем-то, для него вариантом нормы. А учитывая эту породу, а также учитывая анамнез этого пациента, вот это место, оно нам должно броситься в глаза, потому что оно округлое, утолщенное, причем так, с достаточно четкими контурами. Это то место, которое нам не нравится, и согласно этим нашим рентгенологическим находкам, мы, в общем-то, можем дальше отправить более уверенно, скажем так, пациента на дополнительную диагностику. Первым этапом, вероятно, это будет ларингоскопия, под седацией, соответственно. Итак, как мы с вами, да, вот стрелочками здесь показана область, которая нам не нравится, скажем так, и как мы с вами опишем. Да, в целом здесь я сделала для вас несколько такое короткое заключение. Мы видим с вами увеличение объема мягких тканей в проекции мягкого неба. И данные изменения могут соответствовать как доброкачественному, так и злокачественному поражению, возможно, воспалительному процессу. У этого пациента была опухоль в этом месте, и, к сожалению, владельцы приняли решение его усыпить.